Здание Новочебоксарского кинотеатра «Тетеринфильм» в неформальной обстановке за столиками и при слегка приглушенном свете впервые прошла интеллектуальная игра между командами работающей молодежи, предприятия организации объединения города Новочебоксарска. Называлась она «Лампа», что означает «Лига аналитического мышления профессионального актива». Игра, на самом деле, я когда готовила тоже вот материалы, пыталась всем объяснить, что это немножко не что, где, когда. То есть не надо нам давать самых умных. Цель-то какая, чтобы люди реально пришли и отдохнули. Именно как новая форма. Игра состояла из трех туров по 8 вопросов в каждом. Вопросы были не только из области музыки, истории, литературы, кинематографа, но и такие, где немаловажную роль играло чувство юмора. За 57 секунд команда должна была принять коллективное решение и сдать бумажку с ответом. Как правило, мы не составляли вопросы сложные, где необходимы знания, а, как правило, в самом вопросе уже есть ответ, ну или хотя бы намек на это. Надо правильно найти нить к ответу. То есть, соответственно, больше все вопросы на логику и на мышление. То есть 95% вопросов не требуют знания в какой-то определенной сфере. Число 57 было выбрано не случайно, ведь именно в этом 2017 году городу Новочебоксарску исполняется 57 лет. В игре приняли участие 6 команд. Это «Союз молодежи Химпром», «Босики», «Молодые педагоги», «Четвертая власть», «Фрирейсеры» и «Удар током». Каждая состояла из 5-6 человек. Победителем стала команда, которая по итогам всех туров набрала наибольшее количество правильных ответов. Благодаря своему интеллекту и логическому мышлению первое место заняла команда «Удар током», представляющая творческое объединение креативной молодежи «Удар током». Именно им достался главный приз, диплом победителя, сертификат на 1000 рублей в Пинто-паб, билеты в кинотеатр, а также поездки на такси. Творческое объединение креативной молодежи города Новочебоксарска! Ура! Неожиданно. Но команда «Босики», представители государственного унитарного предприятия «Биологические очистные сооружения Минстроя Чувашии» были удостоены награды за стремление к победе. «Молодые педагоги» молодежного объединения «Союза молодых педагогов» отличилась в номинации за самый оригинальный ответ. Этим двум командам также были вручены призы. Дипломы, сертификаты на 500 рублей в Пинто-паб, билеты в кинотеатр и поездки на такси. Дипломом награждается самая креативная команда первой интеллектуальной игры «Лампа». Команда «Молодые педагоги»! Также все команды без исключения получили дипломы участников от администрации города. Участница команды «Молодые педагоги» Оксана Никитина уверена, что такие мероприятия проводить очень важно. Интеллектуальная игра проводится с целью улучшения взаимодействия между представителями работающей молодежи. Планируется, что она станет традиционной и будет проходить один раз в месяц, охватив все слои населения. Также по итогам всех игр среди победителей будет проведена битва, где определится самая сильная команда города. Кристина Емельянова, Андрей Орлов. Жизнь столицы.